Какие бывают молитвы? Если мы и близкие наши здоровы и благополучны, есть нам где жить, есть во что одеться, есть чем питаться, то мы должны прославлять и благодарить Бога в наших молитвах. Такие молитвы называются хвалебными и благодарственными. Если с нами случится какое-либо несчастье, болезнь или беда или нужда, мы должны просить у Бога помощи. Такие молитвы называются просительными. А если мы сделаем худое дело, согрешим и провинимся пред Богом, мы должны просить у Него прощения, каяться. Такие молитвы называются покаянными. Так как мы грешны пред Богом, постоянно грешим, то поэтому мы должны всегда Прежде чем просить что-либо у Бога, сначала покаяться и тогда уже просить Бога о наших нуждах. Значит, покаянная молитва должна всегда предварять просительную молитву.